будучи на публичных слушаниях, общаясь непосредственно со всеми с вами, значит, все благоустройства всевозможные, там, не знаю, все ушло на второй план. У всех на переднем плане это происходит, в смысле, пришла вот эта многоэтажная застройка. Все, конечно, понимают, что кроме того, что здесь, допустим, около зоны застройки, там, Ж4, Ж3, появятся 18-этажные дома, допустим, то, что сейчас город претендует, если возьмем глобальное, допустим, на какое-то там, нас декларирует Миронов, претендует на столицу Золотого Кольца, у нас смотровая площадка в километре отсюда, эти 17-этажные дома будут. Потом, значит, у нас коллапс будет транспортный, потому что 8600 населения, которое здесь будет, и с 2000 машин, мы сейчас уже не можем выйти. То есть, да, выехать. Сейчас администрации, я думаю, всех уровней, городские мэрии, допустим, местные, в лице вот нашего, допустим, уважаемого главы, они лоббируют, я думаю, интересы частного такого строительного бизнеса, лобби, которые вот им нужно, чтобы пришли инвесторы большие, которые вложили сюда деньги. И не знаю для чего. Для улучшения нашего благосостояния, в смысле, среды обитания или еще что-то, не знаю. И цель нашей посещения, вот в смысле вот сейчас встречи, прежде всего, вот они здесь пришли, они нас услышали, да, вот чтобы они нас на самом деле услышали. Мы сейчас можем публичное слушание, вот, поднять руки прямо сейчас здесь, без привезенных, без фальсификаций, без привезенных автобусов. Эти люди все конкретно заинтересованы кровно в том, чтобы здесь нормальная среда обитания была. Совершенно несправедливо. А как? Вы, безусловно, мы работаем в интересах людей. Даже посчитали неправильно. Вы же вели. Поэтому я и говорю о том, что вопрос сложный. Не все просто даже имели возможность услышать докладчика, разработчиков данного проекта. Поэтому предложение, решения никакого не принято. Предложение остается следующим, о котором я уже говорил. Давайте соберемся, все желающие, еще раз, пожалуйста, выступят проектировщики. Вот сейчас, чтобы были заинтересованные только лица, не привезенные откуда-то, мы все друг друга знаем. Давайте без всяких приведенных для жителей микрорайона проведем разъяснительную встречу. Покажем, расскажем, что, чего, откуда. Запишем все ваши пожелания. Проектировщики... Уже часть пожеланий выскажу от лица. Пожалуйста. Может город что-то сделать для нас, например, осушение, проложить дренажную систему, чтобы нас не топило. Ну хотя бы вот дренажную систему, чтобы нас ежегодно не топило. Вот мы единственное малое просим, канализацию, если поможете, мы согласны участвовать в этом. Непосредственно каждое, ну хотя бы какая-то помощь. За столько времени не получается. Получали практически никакой помощи. Варимся все в своем соку. Мы сами строим дома, сами создаем себе условия, сами заваливаем ямы на дорогах. Иногда помогает администрация, я не спорю. Но теми скудными средствами, которые у нее есть, мы практически все тащим на себе. Мы не просим ничего в государстве. Мы единственное, что просим. Оставьте нас в покое в нашем частном секторе. Не надо нас застраивать. Чтобы вы хотели, чтобы земля была дорогая, пожалуйста, проложите дренажную систему. И вот эту свободную землю вы продадите уже город по дорогой нормальной цене частному собственнику, который будет построить для себя индивидуальные дома. Вы создайте, чтобы земля стала дороже. Вот сейчас, вот пока все эти раз приведутся, земля у нас упала в цене уже в два раза. Если она стоила у нас вот даже по рыночным стоимости 200, ну где-то рублей, вот сотка, 200 тысяч, сейчас 90. Уже сейчас, только когда идут разговоры. Если это все начнут, мы повторим участь Ростова. Это точно участь Ростова. Дальше уже пойдет белый этот красный петух. Мы здесь люди все, в общем-то, сознательно живущие именно здесь. Кто-то здесь родился. Я, например, сюда переехала из центра города специально, сознательно. Отказывая себе во всем, создала сама, ни у кого не прося помощи и условия. Почему вы, город,
Я у вас не прошу ничего. Почему вы нарушаете мои права? Вы покушаетесь на мои условия, которые я сама себе создала. И это может подтвердить каждый из нас. Мы ни у кого ничего не просили еще до сих пор. Мы просто просим, чтобы нас оставили в покое в нашем частном секторе. В конце концов, это исторический район. Это вот тверицы, это уже со своей историей, со своими какими-то порядками. Можно благоустроить, если заинтересованы. Даже можно какие-то экскурсии или что-то вот такое вот водить. Это тоже будет заинтересован в этом город. Сделать какую-то набережную. Можно сделать так, чтобы это было красиво. Найти какие-то решения, чтобы участки вот эти свободные освободить и отдать под застройку порядочным людям, как говорится, которые хотят здесь жить. Вы сделайте что-нибудь, чтобы можно было вам, городу, продать эти участки частному собственнику гораздо дороже. Немножко поработайте, только нас не трогайте, пожалуйста. Спасибо. Почему мы пытаемся финансовую составляющую ставить впереди интересов людей? И при том оперируем тем, что мы это делаем для людей, что им будет лучше, да не будет им лучше. Это не, давайте мы, это не мы ставим. Ну не мы, а власть имеет. А заинтересованные власть, люди, да, к сожалению, власть ставят. А именно вот так. У нас существует в городе определенные правила, они, безусловно, несовершенны, но по этим правилам мы начинаем жить, их улучшать и в том числе застраивать разного рода территории. Значит, скажу, что за последний, наверное, год было несколько обращений коллективов, вот таких же локальных поселков, территорий, которые живут своим укладом. Они собирали подписи именно рассмотреть возможность переименовать из Ж1 в другую зону. Я хочу вам сказать, что нужно выстраивать диалог. Две проблемы. Первая проблема. Вы хотите сохранить свой уклад жизни, чтобы вы также жили, чтобы у вас улучшения происходили не революционным путем, а чтобы власть помогала вам благоустраивать свою территорию. Это первый важный вопрос. Соответственно, второй вопрос. Сегодня нет никакого проекта на 9-й микрорайон. Сегодня есть определенное воззрение, каким образом власть видит использование городской территории с точки зрения развития города, так как она это видит. Я вам хочу сказать, что власть не безгрешна и видит не всегда правильно. И удается иногда ее поправлять. Вот конкретно ваш товарищ сегодня на сходе, который присутствует, он помнит, как мы также по кварталу на Маяковского, когда товарищ или гражданин, или господин Мухин хотел построить 8-этажные дома, собирались тем же составом. Да. Были. Понимаете? Добились. Да. Добились. Результат поэтому получился. Слушайте, молодцы, что все здесь. Результат был достигнут каким путем? Создана была инициативная группа. Инициативная группа сформулировала конкретно все свои мысли, которые вы вот здесь уже высказываете, что вы бы хотели. И начался диалог с властью. Тогда власти менялись, да? Поэтому я, вот уж извините, как бы зная такое дело, и поскольку я схожу в эту в комиссию, а комиссия эта как раз будет рекомендовать мэру принимать решение переводить в Ж или без Ж. Все через Ж иногда получается, да? Да. Оставлять, либо что-то другое предпринимать, либо обременять эту территорию или того подрядчика или инвестора, который придет, дополнительными задачами, которые могут быть включены с вашей подачи. Теперь второй момент. Я не зря сказал, что никакого проекта нет. Есть некие мысли, сформулированные руководителями города. Это все можно корректировать. А что нам показывали тогда? Вот для того, чтобы показывали примерную ситуацию, вот, смотрите, и когда мы говорим о том, что да, в город... Ну, подождите, я вам скажу свое мнение. Ну, поймите, проект – это когда он прошел государственную экспертизу. Вот там все посчитано, вот там все до этажей выверено, там все инсоляции, все там эти разрывы санитарные, пожарные, все сделано. Сегодня этого нет.